А я просто зумер, вообще прям не вкатывает абсолютно нисколько. Последнее российское кино я даже не вспомню, я вообще российские фильмы не смотрю. Вот приду в кинотеатр, смотрю на вот это вот все табло, и мне прям грустно становится. Любви нет. Российский нет. Фильм, да, он вышел недавно. И как в целом, понравилось? Интересный, да. «Последний богатырь». Мне советская больше нравится. Хотя сейчас стали снимать, кстати, значительно лучше, чем это было в 90-е, либо в 2000-е. Сейчас вот эти особенно сказки, которые стали экранизировать, они очень интересные. Они сейчас не запоминаются, фильмы. Не тот уже уровень все равно. Все советские фильмы, это которые старые. «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи». Лучше их ничего не будет. «Операцию» и «Белое солнце пустыни», ну, что-нибудь из классики. «Неуловимые мстители» недавно, кстати, смотрела. Там позитив какой-то, а нынче, ну, чернухи много, не хочу я это видеть, каждый день на улицах вижу. А в те времена все-таки это было немножко по-другому. А «Брат 2»? Ну, не совсем зацепило, я российское кино, ну, не сказать, что прям смотрю очень много. Американские старые фильмы там какие-нибудь, по типу «Джей молчаливый Боб». «Майор Гром» и «Чумной доктор» — это один из самых успешных фантастических фильмов из России. «Операцию» пересматривал. Пересматривали? Какой раз пересматривали? Наверное, с пятый, может, седьмой, как-то так. Ну, «Советская», наверное, там юмор более углубленный. «Каникулы строгого режима». Мы же патриоты своей страны, поэтому топим за российские теперь фильмы. Во всех точках планеты и у всех стран есть фильмы удачные, а есть так себе потуга. Пытались, но не смогли. Последний русский фильм был «Левиафан». Офигенный фильм. Отображает нашу реальность. А если так смотреть, что больше выберете? Российское или советское? С детства любил Тарковского, был его поклонником. Посмотрел все его фильмы. Даже эти фильмы, которые он снимал за границей. Мы вот недавно начали смотреть сериал «Игры». Сериал ужасный, я вам скажу. Ну так, да, играют, конечно, прям чувствуется, что стараются играть прям максимально фальшиво. Сейчас меньше настолько талантливых актеров, как раньше. То есть раньше, что ни фильм, прям вот, ну, человек может молчать. Гениальная да, игра. А уже смешно. Я мечтаю сняться в комедии. А я хочу быть героем-любовником.